Друзья, всем огромный привет! С вами Future Time. Сегодня мы живем в мире цифровых технологий. На нашем канале мы вам достаточно часто рассказываем про различные гаджеты и прочее. Но знали ли вы про то, что сегодня существует еще и цифровая еда, которая позволяет питаться на ходу очень быстро, буквально за одну минуту? Это просто находка для очень занятых людей, которые не готовы брать с собой еду в контейнерах, но в то же время и не хотят питаться в различных фастфудах. Сегодня я вам расскажу про Soylent, вторую жизнь заменителей питания, и про то, что теперь его можно купить в России под брендом Digital Meal. Вот, собственно, он у меня сейчас находится на столе. В 2015 году Роб Райнхарт выпустил так называемый Soylent. Это порошок совсем необходимым человеку, который при разведении в воде превращается в легко усваиваемый коктейль. Это, собственно говоря, породило новую волну интереса к заменителям еды. Хотя сама по себе идея, она не нова, потому что на рынке были и сейчас присутствует достаточно много продуктов медицинского, спортивного, детского питания. Но сегодня, именно в нашем бешеном темпе жизни, идея еды всего за одну минуту заиграла новыми красками. Итак, идея таких продуктов, за границей еще их называют food replacement, состоит в том, чтобы дать человеку близкий к идеальному баланс белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов. Digital Meal их более 30. В общем, если говорить простыми словами, то в одной вот такой вот баночке фактически содержится полноценный прием пищи. А цифровая еда как раз называется так, потому что здесь все рассчитано в цифрах. Именно белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Все в соответствии с нужными пропорциями. Ну а теперь давайте перейдем к практике и поговорим о том, как же непосредственно приготовить коктейль. На самом деле здесь все достаточно просто. Первый вариант, если вы приобрели коктейль вот в такой вот удобной бутылке. Здесь нужно просто ее потрясти вот таким образом, можно об стол ударить чуть-чуть. И добавить сюда 200-250 мл воды. Открываем крышку, доливаем сюда воды. И далее нам нужно просто потрясти ее в течение 40 секунд. В принципе, все, коктейль готов к употреблению. Второй вариант, если вы приобрели Digital Meal вот в такой вот большой банке, то здесь, конечно, лучше будет воспользоваться шейкером. Кстати говоря, вместе с банкой идет вот такая вот мерная ложка. То есть вы, получается, просто кладете в шейкер 4 мерные ложки и также добавляете 200-250 мл воды. Вместо воды можно, в принципе, использовать сок или молоко. Потому что если вы планируете регулярно питаться Digital Meal, либо есть только ее в течение там нескольких дней, то, конечно, разнообразие не помешает. Если шейкера под рукой нет, то, в принципе, подойдет и обычная бутылка с большим горлышком. Такие продаются. Энергетическая ценность одной порции вот такой вот бутылочки составляет 400 килокалорий. И, кстати, если говорить о стоимости, то одна вот такая бутылочка получается 210 рублей, что в принципе соответствует приему пищи в недорогой столовой. Но если мы берем в банке, то порция, конечно же, дешевле. Там получается где-то 155 рублей, то есть совсем недорого. Но самое главное, это, конечно, то, что Digital Meal действительно позволяет быстро питаться, всего за одну минуту. И при этом еще и сытость тоже наступает мгновенно. Сытость, правда, несколько отличается, она такая как бы с легкостью, нету тяжести, и длится она в течение где-то 3-4 часов, уже в зависимости от вашей активности. Так что такой вариант отлично подходит для тех, кто ест за экраном, за рулем или в офисе. Ну и теперь давайте с вами поговорим о вкусах и разновидностях. Конечно, цифровая еда — это не столько про вкусно поесть, сколько про то, что нет времени, быстро и удобно. Тем не менее, коктейли получаются достаточно вкусные. Компания на сегодня выпускает два вида продукта, это вот такой вот Original, и второй вид — это завтрак с кофе. И то, и другое является полноценным приемом пищи, но в завтраке с кофе есть еще и природные ноотопы, которые позволяют быстро вернуться в ресурсное состояние. Это важно, когда вы только проснулись или уже устали. Причем за счет синкретического действия кофеина и L-теанина эффект держится достаточно долго для решения текущих задач. Теперь давайте про мои личные ощущения. Смотрите, если говорить про Original, то в случае его растворения в воде он имеет вкус, ну, в буквальном смысле порошка в воде. Но на лекарство это совсем не похоже. Здесь вкус намного приятнее, такой более мягкий и, как мне показалось, имеет некоторый ванильный оттенок. Но при этом избыточной сладости здесь нету. Но, как я уже сказал, вы также по желанию можете растворять не только в воде, но и в молоке и в соке. Хотя в воде мне лично тоже понравилось. А вот если говорить про завтрак с кофе, то, на мой взгляд, это уже, ну, прям такой полноценный, можно сказать, коктейль с кофейным вкусом. В общем, достаточно бомбический. Классическая вещь, мне понравилась, причем даже если растворять на воде. Про виды упаковки я уже начал говорить, давайте теперь поподробнее. Значит, есть вот такие вот порционные упаковки, то есть бутылка здесь выступает в роли шейкера. Это, можно сказать, самый удобный вариант, потому что просто добавил воду и все. Есть также пакеты и банки от 500 грамм до 5 килограмм.
С ними в комплекте идет вот такая вот мерная ложка, в нее влезает 100 килокалорий. Если вы покупаете в пакете или в банке, то, как я уже сказал, нужен шейкер, в который вы сначала добавите воду, а уже потом мерной ложкой Digital Meal. Да, кстати, именно в таком порядке нужен. Сначала вода, потом Digital Meal. Ну и, как вы уже поняли, основной плюс больших банок – это, конечно же, более низкая стоимость за одну порцию. Также, друзья, отличная новость заключается в том, что мы связались с компанией, они с энтузиазмом поделились для нас этой информацией, и дали для наших подписчиков промокод на скидку. Он, собственно говоря, будет в описании под этим видео. Пользуйтесь, переходите и заказывайте. Ну, а в комментариях пишите ваши впечатления, вопросы. С вами был Future Time и подписывайтесь на канал.